Сегодня великий день. Он навсегда останется в нашей памяти. День Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в истории этот праздник мы вынуждены отмечать дома, особенно наши ветераны. Эпидемия лишила нас многого, но победа уже близка. Мы добьемся ее меньшими жертвами. Хочется выразить искреннюю благодарность всем тем, кто сражался за нас и празднует вместе с нами этот юбилей. Кого с нами нет, вечная память и низкий поклон. С праздником, дорогие ветераны!